Кто ходит в море по утрам, тот поступает мудро. Немножечко перефразировал я песенку Винни-Пуха. Мы с вами идем. Пусть мы уже пришли на пляж Калипсо. Я сейчас оставлю свои одежды, так сказать, и покажу вам сегодня обалденнейшее море. В прямом смысле этого слова. Волна связана с тем, что только что прошел катер. Быстро-быстро. Там парень, девушка на сапах фотографирует. Она лежит, он фотографирует. Ну, тяжело будет, допустим, я тоже пофотографирую. Шучу. Итак, друзья мои, водичка сегодня просто идеальная. Я понимаю, что всегда найдется кто-нибудь скажет, что мы прожили в июле, в августе, и все время было мутное. Ни дня не было чистой, ни дня. А тут день был. В прямом смысле этого слова. Водичка обалденная, красивая, чистая, прозрачная. Дохожу дальше, она все равно прозрачная. О, сегодня можно теоретически на сапе поплавать. Не знаю, получится, не получится. Ну, можно. Смотрите, какая обалденная. Да и теплая вода, я зашел, даже не заметил разницы. Время московское 8 часов 12 минут. Народа на пляже уже нормальненько. А его все время нормальненько. Я так заметил в последнее время, что ты вечером часть в 8 пришел, приходишь на море. Народа нормальненько. Что ты утром приходишь часов 6-7. Народа уже нормальненько. Потому что август, наверное, я не знаю. Вот смотрите. Ну а я наверняка выделю немножечко времени для плавания. Наверняка пойду поплаваю. Так что мини обзор будет у нас сегодня. Не то чтобы с опозданием, но так. Попозже, гораздо. Так как планирую целый часик посвятить морскому заплыву. Я не знаю, какая температура воды. Мне такая карта чуть не 29, если честно, по ощущениям так. Очень теплая. Может быть, даже 29. Доходишь и выходишь, чувствуешь себя комфортно. Вот. Сколько народу. Владимир уже на боевом посту. У него там клиенты, потом поговорим. Да, кстати, нашел я случайный комментарий о том, что чей-то магнитик не показали. Я вроде просмотрел все пакетики, вроде бы всех озвучивали, не знаю. Ну и еще раз напоминаю, что я на дзен-канале, ребят, только там я стараюсь отвечать. YouTube со временем бывает не всегда хорошо, но я стараюсь отвечать там, в любое другое время пересматриваю ваши вопросики и там отвечаю, как бы вот так. Всем доброе утро. Всем привет из Лазаревского. Надеюсь, сегодня будет денек получше. Я имею в виду, времени будет побольше. Всем пока. Нашлась наша продажа. Ой, продажа, господи. Продажа, у меня все продажи в голове. Из магазина в 2 дня не вылазил. Потеря. Друзья мои, вот мы с Владимиром сейчас поговорили и вспомнили, что в ходе прямого эфира был... Я отдавал магнитики, да, да, с Вологды, помню, отдавал Алексею, и не только один, их там было два или три. Вологда, не помню, Вологда, я не города. Помню, да, просто на прямой эфир был, да. Так что все в эфире было, передаю. Все передает, честное слово. Мне лишнего ничего не надо, спасибо. Так, кстати, вот от Дмитрия с Беларуси. А мне надо, давайте мне лишнее. С Минска, вот он передал там вчера. Покажу, что это, сбора, что ли, да? Там какой-то кубик, да, интересный. Минск. И... Вместо вот этих вот точечек, там, я так понимаю, красоты Беларуси, а или Минска конкретно. Алексей, кстати, тебе много-много передают приветы, много-много тебе, то есть, сказать, благодарность объявляю за то, что ты снимаешь все правильно, все красиво, то есть, и многим нравятся именно твои эфиры. Спасибо, спасибо. Ну, с эфирами что-то у нас в последнее время не очень. Ну, да. Доброго-доброго. Вчера... Вилли разговаривали тоже в ходе прямого эфира, ему тоже все передают привет, точнее мне передают через него. Да. А вот и фотограф наш появился. Кто же там девушек-то фотографирует? Фотограф? На сайтах. Да. Ну,
Привет, Сергей. А я думаю, кто там девушек фотографирует на сабах. А это наши местные. Хотел даже подплыть и пофотографировать тоже. Как водичка, девушка? Водичка классная сегодня, вообще прям прозрачная, чистейшая, вообще классная. Надо будет тоже взять. О, смотрите, как он его приспособил. Молодец. Я тоже хочу. Может быть, сегодня поплаваю тоже на сапе. Не знаю, хотя мне сегодня надо сходить в банк туда-сюда. Ладно, опять оно. Вова закрыл, охранял твою машину. Да. А кто закрыл? Вова закрывал твою машину. Все, ребят. Всем хорошего дня, удачи. Вот Рубен, видите, с утра решил принести нам денег. Дань за 12 лет. А что ты мне даешь? По 500. По 500 сделаю. Сейчас у меня нету, наверное, сейчас глянем. Ладно, все хорошего. Финансовые разборки, всем пока, я пошел плавать.